Ёж на месте, значит, новый видос подъезжает, ту-ту-ту, показываю, как делать данный бункер. Для начала нужно построить вот такую вот площадку. Да, бункеры дело, конечно, клевое, но нужно их правильно делать. В общем, смотрите, такая вот у нас площадка подготовлена. Все, теперь нам самое главное нужно сделать здесь что? Поставить здесь веточку, которая ломается, когда только вы будете внутри. Ставим веточку такую, улучшать ее вообще не нужно. В общем, все бункеры сейчас делаются с этой штукой. Пока не пофиксили, пока все работает, можно наслаждаться. Ну и все, в принципе. Осталось поставить еще мне... Так, где он у нас? Вот он, потолочный каркас. Вот, он тоже играет большую роль. Если его не будет, то не будет держаться вот эта вот штучка-дрючка. Ну и все, в принципе, теперь нужно здесь сделать вот такой вот тамбур, это для того, чтобы, ну, сюда спокойно забежали, шмотки, килл прописали, и потом можете шмотки свои с ресурсами собирать. То есть, если не сделать этот тамбур, то могут подбежать просто-напросто, когда вы килл прописали, могут вас залутать, и вы останетесь ни с чем. Ну а дальше просто-напросто нужно все вот это наше дело закрыть по-быстрому. Ну, когда вдвоем играете, то можно и подстраховать, там, чтобы никто вас не завалил. Вот, в принципе, вот так вот получается, вот эта правильная штука, рабочая, все работает. Ну, дальше ставлю я сюда шкаф, конечно, своим любимым способом, закрываю его двумя маленькими стенами, одну ломаю и здесь ставлю маленькую стенку. Кстати, не забывайте ставить туда замок, нужен. А workbench также ставлю, и я поставлю сюда всего лишь две печи, чтобы можно было пролазить легко. А смотрите, спальник я поставил неправильно, спальник стоит не на том месте, потом покажу почему. Также большие ящики поставил, маленький ящик и вот тоже маленький ящик. Я покажу примерное расположение предметов, вы можете поставить по своему усмотрению, всегда говорю, ставьте как хотите сами. Вот, и тут смотрите, не закрывается это все, потому что здесь лежит спальный мешок, я его убираю и переношу вот сюда в основную комнату. Улучшен у меня бункер до железа, потому что железо залутать в принципе одному можно, а вот высокий металл тяжело. Поэтому собирайтесь командой или кланом, и я думаю, здесь два человека спокойно будут без проблем играть. Вот, проверка, все работает, падает пол. Ну или в нашем случае потолок. С вами был Мистер Ёж, ребят. Пиу! Увидимся.